Як я почала займатися, в мене у сусідів не було діти, куди фортепіано. Вона необыкновенная, конечно, девочка. Был период, вот когда мы оказались в России, к счастью, слава Богу. И вдруг мне мама выдает, что они приняли решение уехать в Украину. После переезда это был самый счастливый год нашей жизни вообще всей. Я не могла предположить, что это случилось. Никаким образом. Ужас в глазах, застывший ужас, стеклянные глаза, потом слезы, недолгая истерика, и все. Потом сон, а утром как будто ничего не было. Но в этом все тени.